Сейчас не лучший момент, чтобы отвлекать полицейских, сэр. Если ты тут гостить собрался, ты хоть обувь сними, а? Я только полы натер. И если ты не против, приведи себя в порядок. Если ты не заткнешься, я в тебя еще пулю всажу. Вот крутой парень. Пятеро на одного. И все равно надо было в меня стрелять. Кусок дерьма. Надеюсь, ради вашего блага они найдут то, что нам нужно. Не найдут. Я дал им не тот код. Вот так. Вот так, кретин. И что теперь, крутой парень, снова в меня выстрелишь? У нас есть способы обходить систему безопасности. Как ты думаешь, мы проникли в эту дыру? Сначала... Вламываешься, стреляешь мне в пузо, все тут громишь. А теперь еще и оскорбляешь мою хату. Ну ты и урод. Пожалуйста, заткнись. Вам еще придется ковер мне поменять. Он тут интерьер отлично дополнял. Дженсон, о, господи! Брент Редфорд? Воплоти, пока что. Откуда ты меня знаешь? Что здесь случилось? Ответ за услугу. Там набор первой помощи. Где-то здесь должен быть. Найди его. Тебе нужен врач, я приведу помощь. Нет. Нет времени. Они могут вернуться в любую минуту. Найди аптечку быстрее, если хочешь получить ответы. Я без обезболивающего ничего не скажу. Засранец. Я еще вернусь. Ah.
Нашел аптечку. Боже мой, какая боль! Морфий. Так должно болеть меньше. Теперь расскажите мне, что происходит. Эти сукины дети. Надо было мне догадаться. Как шериф испугался, я понял. Это дело в конечном итоге укусит меня за задницу. Шериф, это вы тот сыщик, который проверял мои данные? Детектив. Был им. Пока нет, к черту. Даже просто дышать слишком больно. Похоже, меня уделали профессионалы. Думаю, твой босс не тем людям перешел дорогу, когда пытался нарыть на тебя что-нибудь. Каким людям? Что вы нашли? Нет времени на подробности. Эти ублюдки сейчас направляются к моей камере хранения. Я для шерифа на тебя такое отрыл. Ты сам не рад будешь узнать. Твои родители, настоящие родители. Опыты, пожар. Дженсен, что ты такое? Какой-то урод. Редфорд, сосредоточьтесь. Я спрятал все дело в хранилище, в переулке, позади банка. Там все твои данные. Но Мишель знает. Мишель знает еще. Останови. Ты должен остановить их. Твою мать. Ты робот. Это все твоя вина. А теперь сделай мне еще укол, морфия. Или катись отсюда. Редфорд, сосредоточьтесь. То, что надо. Думаю, я могу к этому привыкнуть. Я уже чувствую себя разговорчивее, робот. Ты говорил про кого-то по имени Мишель. Кто это? Это твой ангел-хранитель. Кто конкретно? Скажи мне, роботы верят? Роботы верят в ангелов вообще? Или это из вас удаляют? Они удалили, но, знаешь, твою душу, когда тебя строили. Скажи мне, Дженсен, каково это было умирать? Я знаю, тебе очень больно, и Морфий. Просто найди ее. Раньше, чем они. Ты ей обязан. Кто это сделал? Парни в костюмах. Один из них, Дэвид, что ли, или Дэниел, британский акцент. Самый главный был. Упоминал мистера Грея. Они торопились. Четверо было, не считая того, которого они оставили. Вооружены, дисциплинированы. Мне не по зубам. Может, этот железный труп, который ты зовешь телом, справится лучше, чем моя плоть? Что они искали? Тебя, робот. Искали информацию. А тебе кто-то влиятельный положил глаз на тебя и очень интересуется твоим прошлым. Редфорд, я знаю, тебе очень больно. Но крайне важно, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь. В переулке, за банком, есть камера хранения. Около участка
полицейского. Туда направились эти громилы. Я пытался ничего им не давать. Там сейф. Там все, что тебе нужно. Так ты ее найдешь, Мишель. Сейф. Я им не сказал комбинацию. 4-0-6-2. Не забудь. Чем-нибудь еще можешь мне помочь? Бери все, что хочешь. Хоть отсюда, хоть из камеры. Там хранилище с оружием и немного денег. Почему шериф остановил расследование? Говоришь, он испугался? Чего именно? Ты мне не поверишь. Даже если я скажу, да что там, я сам не верю, все еще не верю. Дженсен, ты веришь в привидений? Шериф испугался привидений? Почти, почти, иллюминаты, заговоры, теории, вся эта хрень от тебя... Пахнет этой дрянью, Дженсен. Достаточно сильно, чтобы твой босс, один из самых влиятельных людей в мире, отвернулся. Ты — привидение, трагедия грёбаная. Все, чего ты касаешься, все, что касается тебя, умирает. Мне нужно идти. Но я вызову медиков. Ты поправишься. Нет. Эти животные... Я не могу пошевелиться. Я уже оборачивался. Пушку доставал. Когда первый раз попали... Вторая пуля... Они меня парализовали. Уверен, все не так плохо, как ты думаешь. Может, это просто морфий так действует? Я знаю, как действует морфий. Еще я знаю, что делает с грудными позвонками 9-миллиметровая пуля при выстреле в упор. Тебе нужен врач. Это можно исправить. Я не хочу становиться уродом. Даже если б на хирурга деньги нашлись. Импланты. Я скорее умру, чем стану машиной. Уж точно я не проведу остаток лет в инвалидной коляске, в грёбаных подгузниках. Редфорд. Послушай, я знаю, там еще остался морфий. Еще пара уколов, и все. Пожалуйста, я тебя практически прошу. Не оставляй меня вот так. Ты мне хотя бы это должен. Ты точно этого хочешь? А то как же. Черт. Я крупно облажался. Слушай, робот, если бы я мог сам все сделать, я бы сделал... Семьи у меня не осталось. Горевать некому. Все к лучшему. Не стану бременем для общества. Последний шанс, Брент. Да давай же уже. Это будет быстро. Я знаю. Ты... Сделал доброе дело. Я найду тех, кто за это в ответе. Посмотрите на него. Железный великан с золотым сердцем. Но не ради меня.
Сделай это. Ради Мишель. Причард, я нашел Редфорда. На него напали люди в костюмах-тройках. Частная охрана похожа на секретную службу. Я иду за ними. Что насчет Редфорда? Что-нибудь из него вытянул? Он уже не с нами. Я ничего не мог поделать. Ладно, передам. У тебя хотя бы есть новые зацепки? Да, я уже двигаюсь туда. Вызову тебя, когда будет что-нибудь еще. Конечно. Я знаю, что мистер Д... мистер Грей сегодня прилетает. Да, мы работаем над этим. Да. Слушай, мы попытались, правда? Он оказался крепким стариком. Мы оставили кое-кого присматривать за ним. Если что, можно будет вернуться, но я не знаю, сколько он еще протянет. Поэтому нам нужен Смит. Ну, мы уже пытались... Слушай, сейф ему не открыть, поэтому нам очень не помешал бы Смит. Хорошо. Спасибо, сэр. Мы свяжемся с вами, когда будет новая информация. Что это?
вот то самое место. Продолжать поиск. Здесь кто-то есть. Какого черта тут творится? Какого черта? Access granted. Откройте глаза! Мы слишком долго были слепы, и теперь стоим на краю бездны.
Я забыла закрыть дверь? Стой! Ты не из еды с доставкой. Для этого ты слишком симпатичный. Нет. Миссис Мишель Уолтерс, это вы? Меня зовут Адам Дженсен. Нет, быть не может, ты слишком старый. Ты все-таки из еды с доставкой, да? И, кстати, мисс Уолтерс. Меня послал Брент Редфорд. Вы его помните? Он детектив. Да, милый джентльмен, у него мои фотографии. Адама, когда он был совсем маленький. Ой, ты не мог бы сделать одолжение и принести их? Только я забыла, у кого они. Это фотографии? А, да, да, спасибо. Я так давно не видела Адама Дженсона. Целую вечность. Такой милый малютка. Мисс Уолтерс, что вы можете рассказать про мальчика на этих фотографиях? Мальчик на фотографии – Адам. Трагическая история с его родителями приключилась. С его настоящими родителями. Настоящими родителями? Они погибли во время пожара. Это было ужасно. По крайней мере, все остальные колыбельки были пустыми. Мне пришлось спасать только Адама. Миссис Уолтерс, сосредоточьтесь. О чем вы? Я уже все это рассказала тому милому детективу. Про эксперименты и про пожар в лаборатории. Мы знали, что Адам особенный. Поэтому его родители устроили пожар, чтобы с другими младенцами ничего не сделали. Значит, мои родители Адама пытались его защитить? Но от чего? Конечно же, от заговора. Но я и так уже слишком много рассказала. Будь любезен, принеси все-таки мой обед, ладно? Мисс Уолтерс, пожалуйста. Я понимаю, дело было давно, и вспоминать уже непросто, но не постарайтесь ли вы сосредоточиться на минутку? Что вы рассказали детективу? Ну, мы с мистером Редфордом много о чем говорили. А разве тебе не надо заняться доставкой? И вообще, где мой ужин? Мисс Уолтерс, пожалуйста. Я понимаю, дело было давно, и вспоминать уже непросто, но не постарайтесь ли вы сосредоточиться на минутку? Что вы рассказали детективу? Ну, мы с мистером Редфордом много о чем говорим. Спасибо, что уделили мне время, мисс Уолтерс. О, пока не забыла. Если увидишь Адама, передай ему вот это. Это за все пропущенные праздники и дни рождения. Я откладывала. Я все ему передам. Спасибо, дорогой. Ему уже должно быть лет 12 или 13. Купи ему что-нибудь хорошее. Ричард, нужно на время выставить охрану у квартиры на Бруклин-Корт, пока я разберусь окончательно. Женщину зовут Уолтерс. Мишель Уолтерс. Охранников? Дженсен, какого черта? Кто эта женщина? Она моя семья. Но она очень уязвима. Позже объясню. Просто сделай это для меня, пожалуйста. И ни слова шерифу. Я могу тебе доверять, Ричард. Боже, Дженсен.
Ладно, ладно, сделаю. Надеюсь, для этого есть веская причина. Есть причина. Я тебе все объясню при следующей встрече, но сейчас у меня куча дел. И Причард, спасибо. Да-да.